Сегодня у нас подтверждение работы Redmi 3S с USB даками, USB ЦАПами. У нас здесь ЦАП на PCM2704, стандартный принтерный кабель, OTG-переходник, наушники и сам Redmi 3S. Будем делать это через Onkyo Hi-Fi Player. Скачиваем и устанавливаем, то есть с Play Market без проблем. В настройках выбираем поддержку Onkyo USB Hi-Fi Driver. И дальше что мы делаем? Мы подключаем наш ЦАП. Все, теперь у нас можем выбрать USB аудио, подключаем наши наушники. Все, музыка играет через USB ЦАП. Тут же можно контролировать звук, делать громче, тише. Спасибо за просмотр.